аббревиатуре ВИПАТИ и с названием ВИКОД. Они находятся в зале. Поэтому, если сейчас объявленный человек, объявленные победители будут находиться там, будут там, знаете, придется нам за ними идти. Ничего страшного, потому что фильм достаточно страшный. Он абсолютно соответствует сегодняшней обстановке в мире. Обстановка – это беда. И мы должны при помощи бананов и энергетиков, и энергии, которая перенесена в центральный дом предпринимателя, ну и там рифма какая-то дальше, мы должны изменить ситуацию в мире. Только что независимая абсолютно комиссия, потому что часть комиссии прилетела из дальнего, так сказать, Подмосковья. Скоро, вы знаете, представители ставят Подмосковье. Вот, хочу представить, значит, Степан Орлов, депутат Московской городской группы. Степан отвечает за коммуникационные моменты. Я это все называю словом интернет и телефоны. Вот, если надо позвонить в Московскую городскую группу, и у вас не получается, вот виноват, значит, не Степан. Все получается. Алексей Филонов, если вы знаете. Правильно? В Твиттере Незнашка. Да, в Твиттере Незнашка. В принципе, если бы не 3 месяца назад мы с Алексеем не выпили пиво, может быть, этого всего бы не было. Поэтому всем так, кто не только любит бананы. Вот. Меня зовут Дима Федоров, Дмитрий Вадимович Зеленин, Дмитрий Зеленин, мой друг Оскар. Сейчас вот Дмитрий Вадимович должен президент Ассоциации менеджеров России. Правильно говорю? Правильно. Вот. Поэтому, если кого-то интересуют всякие менеджерские штуки, вопросы, обращайтесь к Дмитрию Вадимовичу, и его помощники вам все объяснят. Здесь есть пресс-секретарь, можете записываться там на всяческие интервью и автограф-сессии. То, что эта независимая комиссия под гнетом ряда симпатичных девушек странных одетых выбрала победителя. Мне кажется, это девушка. Итак, отношенственный момент Дмитрий Владимирович может держать, а я буду зачитывать. Аникина 904. Если Аникина здесь, потому что если она ушла по условию мероприятия. Итак, еще раз за президента Аникина. Представьте, пожалуйста, потому что я могу... Юлиана, Аникина. Юлиана Аникина еще раз аплодисменты. И, как говорят наши немецкие товарищи, свайпад. Это будет за... Да. Да. Я предлагаю всем в качестве аплодисментов, поскольку мы это вообще цифровые, сделать срочно Аникиной реплай, то, что она победила. Вот. Таким образом, весь твиттер узнает русскоязычное, потому что вот такой аватар, как выбрана сегодня. Да, должен все делать из этого аватарки, поменять на какие-то часы вот этот рисунок Аникиной на своей аватарке. Это, конечно, очень смелый поступок, напоминает какой-то порнографический немножко акт, но, тем не менее, это правда, и это можно всем делать, смело сфотографироваться, рвите ее на части. Только не воруйте у нее iPad 2. Итак, Леша получает iPad 2 победителю. Демократичный, без фанфар, все, да, мне кажется, мы работали с Берем и будем использовать как некий, поменяли с тобой, пластик на, да, равноценный обмен. Мы не используем, потому что в ближайшее время перейдут следующие мероприятия. Аккуратно там она положила. Вот, перейдут следующие мероприятия. И сейчас, наверное, твоя рука достанет из стаканчика, победитель, ты должна снять очки или закрыть глаза, у тебя нет вариантов. Итак, барабанный дробь, тишина, нервы, мои там штучки нету, одну. Ну что, читай. Анатолий Тос. Анатолий Тос, если в зале. Анатолий Тос. Анатолий Тос. Запахло как бы первым из сувенирных бойцов. Подтверди, что это твой был трипод. Сейчас будет проверка. Сейчас быстренько пришлют ему. Я давал. Надо все это сфотографировать, потому что мы боремся с коррупцией, вы же знаете, мы бьем айпадами по голове коррупционеров. Да. Степа Орлов.